Приветствую, друзья! Я нашел давно ключ к бесконечному источнику энергии, который лежит внутри нас. Всякое наше противоречие, которое возникает между сознанием, подсознанием и организмом, вот эта несогласованность, вот эта внутренняя неудовлетворенность, вот это состояние какого-то внутреннего ощущения, дискомфорта, боли, тревожности, состояние какой-то депрессивности. Вот это все можно, оказывается, обращать в достижение, как стресс-трамплин. И вот здесь у меня на картине последний пир на планете Земля. Потому что здесь разом справляются все праздники, которые больше просто не нужны. Потому что сейчас уже больше не нужен будет тот вечный динамит, который подорвал всю эволюцию человечества, не нужен больше алкоголь. Как ни странно. Да, оказывается, эндорфин внутри нас есть, но и по-другому называется, эндорфиноподобные вещества и тому подобное, которое возникает у человека в момент на контрасте, когда вдруг решаются какие-то его события. Ну, допустим, на контрасте, допустим, болел зуб, вы на стенку лезли, не знали, что делать, и вдруг его удалили, и вам так стало хорошо, и так легко, у вас состояние невесомости, вам парить хочется, хочется улыбаться, хочется обниматься, хочется жить. Вот этот контраст, оказывается, возникает каждый раз, когда вы достигаете какой-то цели. И каждый раз вам нужно какое-то внутреннее противоречие, чтобы снова напрягаться, чтобы снова думать, переживать, обсуждать, анализировать, сравнивать и потом достигать. Так я нашел ключ. И вот когда меня спрашивают, если ваш ключ работает сам по себе, и у нас уже голова не болит, и нам стало лучше, и нам уже не нужен... Друзья, конечно, он вам не нужен по этим мелочам. Болела голова, не болит голова. Есть же вещи покруче. Вы даже себе представить не можете, какое может быть неописуемое счастье, когда у вас возникают идеи. Идеи, когда возникают, когда вы превращаетесь в генератор новых идей. Когда вы... свою потенциальную гениальность включаете на полную катушку. И каждую минуту, каждое мгновение можете создавать новую генерацию мыслей, соединяясь вот с тем, со всем этим, абсолютом. Это же так интересно. Я, например, счастлив. Да. И скоро с вами поделюсь. Конечно, это можно делать и самостоятельно. Конечно, у вас в потенциале это все есть. Просто у меня уже все это давно прокручено. Поэтому я одновременные книжки пишу, и больным помогаю на ноги становиться, и детям помогаю, и взрослым, и педагогов учу, и олимпийских чемпионов, и художников, и переговорщиков обучаю. Так что, друзья... нас ждут великолепные события. А это пир вчерашнего дня. А мы будем людьми будущего. Поэтому моя школа, наша школа называется «Человек будущего» Homo Futurus. До встречи.